У нас в службе работает удивительная девушка Ольга Плыч. Это человек настолько одержим в хорошем смысле идеей здорового образа жизни, бега и проверки, наверное, выносливости себя, что мы поражаемся этому. Мы слушаем бесконечно и с восторгом все ее рассказы о том, как она бегает трейлеры, паркраны, какие-то сумасшедшие марафоны суточные. И не можем понять, неужели человеку это подвластно. В феврале 2018 года Осип Леонович Тунинский из «Мост природы» мне отправил в мессенджер сюжет на немецком телевидении, как какие-то бодрые шведские мужчины и женщины бежали и собирали мусор. Подумал, интересно, а все, что нестандартное, креативное, все оно интересно нам, экологам. Я с таким не сталкивалась еще вживую. Осип Леонович тогда был лапидарен, он спросил, а что, если у нас такое же сделать? У нас он имел в виду в Москве. И, честно, передо мной даже не стояло вопроса, а зачем? И, наверное, весь 18-й год она рассказывала нам периодически, за обедом, на каких-нибудь планерках, что существует такое движение плогинг. Иностранное, непонятное для нас слово плогинг, что это такое, вообще непонятно. Оль, конечно, нам все это рассказала, что это такое, что это за бег. Все то же самое, что она делает в обычной жизни, но только еще и с... так сказать, возможности принести пользу тому месту, где ты бежишь, ну и, собственно, как в «Маленьком принце», да, приберу свою планету. И мы решили попробовать воплотить это весной 2018 года на одной из природных территорий Москвы. Это был природно-исторический парк Кузьминки-Люблино. Сделали один раз, повторили второй раз, ну и потом уже это переросло на другие территории. Нам понравилась эта очень идея, и когда Оля сказала, давайте сделаем это в субботник, это идеально легло на концепцию, в принципе, субботника, и в то же время на ту концепцию работы нашей музея-заповедника, работы с местным сообществом. Я с этой идеей сразу же обратилась к местному сообществу, местное сообщество бегунов, которые бегали там постоянно, в том числе это вот беговой клуб Wake and Run, это активисты Паркран, и они тоже эту идею сочли интересной, как минимум интересной. Ну, конечно, от плогинга мы не ожидали каких-то собранных гор мусора, не было задачи там пробежать какие-то огромные дистанции или установить рекорд. Просто мы хотели людям показать, что можно вот так отдыхать. И вот один из способов – это плогинг, то есть спорт, экология и плюс еще краеведение, потому что пока вы бежите, вы изучаете объекты, которые находятся на территории парка. Оформила будущий забег, обозвав его «чистым забегом», в скобочках «плогинг», именно как массовое мероприятие. По городу Москве с численностью там менее 300 человек. Мосприрода согласовала, местное сообщество силами вот, активистов, бегунов было тоже достаточно подогрето. То есть это был просто проба с чистого листа. Мы не поймем, как оно, взлетит оно или не взлетит, до тех пор, пока мы не сделаем. Ольга предложила не просто так побегать вокруг Люблинских прудов, где мы обычно собирались, а еще принести пользу природе. Нас тогда было совсем немного человек, причем это были не только представители бегового клуба, кто-то просто увидел объявление и пришел помогать, и это было здорово. Пришла целая семья, и папа с детьми пробежал вокруг прудов, собрали мы мусор, и так это и было. Когда в апреле первый плогинг, именно организованный как плогинг, в России прошел, когда подошел каждый второй, если не каждый первый участник и спросил, Оль, было классно, а когда мы бежим дальше, вот я поняла, что да, есть. Интерес есть, это взлетит. Вот так началась моя история с плогингом. Заработок. Сколько? 100 рублей. Уже 110. 111 рублей. Заработали на плогинге. Есть. Просто. Петя. Да.
вообще пах. Надо сказать, что название плогинга, оно вообще никакой ассоциации не поддается. Первый вопрос, а что это такое? И самый, наверное, популярный ответ, что это бег с уборкой. Чтобы было более-менее всем понятно, разъясняли так. Но так как Оля у нас является очень активным продвиженцем этой идеи, она это популярно всегда рассказывает. Мы рассказывали об этом на страницах газеты, в многочисленных интервью Оля это рассказывает. Я считаю, что блогинг вообще изначально сам по себе сродни волонтерству и такой некой благотворительности. То есть человек делает что-то добровольно, его никто это не заставляет делать, он выходит и добровольно помогает природе. При этом он поддерживает свою хорошую физическую форму. Поэтому здесь двойной плюс, как для самого человека, что он остается в форме, плюс для природы, что природа становится чище. Становятся чище парки вокруг, становится чище дорожка от дома там, до метро или еще до каких-то мест, где привыкли бегать бегуны, потому что не у всех есть парки. Вот, поэтому двойная польза для всех. К сожалению, не все жители, наверное, умеют соблюдать элементарные правила этикета, когда пришли на пикник и за собой надо убрать территорию. Многие оставляют после себя неубранный мусор, недоеденную еду. И, к сожалению, наши, безусловно, подрядные организации все это всегда убирают, но все равно остаются те закуточки, где еще плогинг может отдельные бригады пройти и все это убрать. Для того, чтобы человек действительно понимал, насколько важно все это сохранять и этот баланс природы, урбанизации, воздействия губительного часто на природу человека, очень важно сохранять этот баланс. И, безусловно, даже плогинг, он дает то ощущение сопричастности и то ощущение ответственности, который человек понимает, когда видит груды мусора, когда он понимает, что кто-то до него это оставил, и как это неправильно это делать. Мне кажется, это воспитывается такая культура поведения даже. Человек, который убрал за кем-то, дальше уже сам никогда не намусорит столько же, потому что это уже неэтично будет. И мне кажется, то сообщество, которое сформировалось вокруг этого плогинга, кому привлекла, кому понравилась эта идея, она стала очень мощным, это сообщество. И мы уже говорим сейчас о пятом, кажется, забеге. И бесконечные цитаты, интервью. Мы стали, мне кажется, в самом топе всех беговых новостей про плогинг. Это именно Царицыно. Нам очень радостно, что инициатива такая называется, как она проросла внутри коллектива, поддержана всеми. У нас и очень много сотрудников бегает с Олей вместе. И те жители, которые живут рядом, все примкают. И мне кажется, это такое уже, можно сказать, о движении плогинга. Ну, вообще, знаете, люди довольно идейные. То есть я потом, когда смотрела отметки в Инстаграме, все настолько радовались искренне, что вот они собрали там один мешок мусора, два мешка мусора, там отсортировали крышечки, отметили на карте все точки, где какой-то мусор, который мы не можем собрать, ну, в смысле, не можем забрать с собой. То есть, мне кажется, это какая-то общая идея вообще, в принципе, экоориентированности, что ли, что вот как бы надо оставить за собой минимальный след какой-то негативный. Вот, именно плогингом занимаются спортивные люди, люди неравнодушные к окружающей среде, люди, которые устали видеть это все вокруг, вот эту замусоренность территории, замусоренность природы, и они хотят просто изменить эту ситуацию. Вот, мне кажется, такие. Ну, основная идея – это то, что после тебя становится чище, а не грязнее. Мы даже когда в походы ходим, мы делаем так, что после нашей стоянки становится чище. Чтобы следующие люди, которые пришли на это место в горы или еще куда-то в отдаленные места, чтобы им было интересно прийти и приятно отдыхать. Да, глобальная миссия создать нового экологически правильного человека, который не будет мусорить, соответственно, не будет убирать. Слежу, чтобы никто не потерялся.
Там еще дохлая ворона валяется, можем это пожарить. А можешь пожарить? Да, я вот туда. Блин, а зачем тратить деньги на кафе? Спички надо найти, Варь. Не находил, Варь, не зажигалку, спички. Не, подожди, или лупу, мы разожжем солнцем. Все, ребят, за это. А, слушай, можно просто бутылку воды налить, сейчас бутылку надо найти, все, окей, да. А что с бутылкой? Ну, воды налить и сфокусируем, короче. Сфокусируем, да, идеально. Вон бутылок, вода есть, хворост, сухой хворост нужен. В 2020 году весной, когда я вот это вот период пандемии очередной раз выбежал в лес, которым я давно не был, и увидел пакет, лежащий под кустом, который там был полгода назад. И тут меня щелкнуло. Нет, надо все это выносить, и никто не вынесет, кроме меня. И начал бегать, убирать одну территорию. Регулярно ее убирал в течение месяца, практически каждый день. И довел ее до идеала. Там просто не было мусора совсем. И вот от этого началось движение Plugin Crush. Я люблю чистый лес. А так как любишь чистый лес и любишь бегать, то почему бы не совместить одно с другим? Вот. И это, в принципе, пожалуй, самый простой ответ, чем привлекателен плогинг. Потому что это команда единомышленников, которая хочет чуть-чуть улучшить экологическую ситуацию там, где ты живешь. Ну, это парки, леса. То есть ты бегаешь, собираешь мусор, ну и, соответственно, и физическая нагрузка, и что-то полезное. С детства я любил собирать мусор и бегать. И потом, по прошествии времени, я думал, чем бы мне заняться, куда бы мне вот деть себя, так сказать, свою прыть. И однажды я случайно зашел на сайт Царицына как раз и узнал, что существует такое движение. И как раз совмещен мусор, сбор мусора с бегом. Я подумал, ну мне сюда как раз. Ну, узнала я из Инстаграма, потому что я подписана много всяких эко-групп в Инстаграме. Ну и кто-то, соответственно, сделал репост. Вот я узнала, к тому же первый плогинг, на котором мы участвовали, проходил именно в Царицыно. Мы здесь недалеко живем. Вот, и так получилось, что я люблю собирать мусор, мой муж любит бегать. И это получилось нечто такое семейное, подходящее всем. Что люди все вот спортивные, красивые, и они бегут и собирают мусор. Вот для меня это было так вау, я так же делаю, но я не бегаю, а вот теперь я бегу вместе с ними, как-то вот вместе вот в этой компании, и тоже, ну, мне это очень понравилось, именно само вот это вот ощущение. У меня, например, около дома есть небольшой парк, вот мы там еще не бегали, то есть он не входит, скажем так, вот в это кольцо парков, где обычно проходит плогинг, вот, но даже у нас это как-то докатилось, то есть мы сами организовались, чтобы не бегая, но просто собрать мусор у себя вот на маленьком пятачке, то есть это работает, скажем так, в обе стороны. Я не шучу, я здесь давно уже стою, все решается. А как обратно? Правила для участников плогинга, они таковы, что, во-первых, нужно разделять собранный мусор. Это мы собираем как и мусор, который не подлежит переработке, так и тот мусор, который можно потом отправить на правильную утилизацию и, собственно, переработать его. Вот. Это очень важно для нас, чтобы этот мусор, который мог бы просто гнить где-то в лесах, мог бы потом отправиться на полигон, у него была бы другая судьба у этого мусора, да, и он бы был переработан. Когда мы собрали мусор на какой-то территории, да, мы его разделяем на месте. То есть прям есть пакеты, которые идут просто в мусорный контейнер, это, соответственно, идет на полигон. Это не переработать. Вот. Разумеется, любая электроника идет отдельно. Это очень ядовитые предметы для окружающей среды. Их, разумеется, нужно отдельно утилизировать. Любой чистый пластик и не очень загрязненный, мы его тоже отмываем, отдельно собираем и отправляем в пункты приема. Это экоцентры ближайшие, в основном это ближайшие к месту плогинга, да, и мы, разумеется, дружим с экоцентрами, которые собирают это все и вывозят уже в соответствующие организации, которые занимаются переработкой отходов. То, что можно сортировать, мы сортируем. Вот. Но дальше это все собирается в определенные кучи,
И эта куча, геолокация этой кучи отправляется в компанию, которая занимается уборкой мусора. Ну, то есть организаторы забега отправляют координаты вот этих точек сбора мусора в компанию. И компания приезжает, забирает. Вот поэтому мы очищаем территорию, собираем это в мешки и, по сути, информируем о том, что в таком-то месте находится куча, которая уже подготовлена к загрузке в машину. Меня зовут Илюшина Анастасия. Я эколог компании «Убиратор». Сегодня мы участвовали в блогинге в парке музея-заповедники Царицына. Собрали несколько мешков мусора. Вот для примера сейчас разберем. Но сразу хочу сказать, что это не все, что мы собрали. Здесь только для примера. Мы собрали здесь самые типичные виды отходов, которые сегодня нам попадались. Сейчас разберем, что нам сегодня попадалось. Во-первых, это крышечки. Вот такие вот крышечки. Вот это все, что нам сегодня попалось из крышечек. То есть это все крышечки. Они пойдут в проект «Добрые крышечки», соответственно, в переработку. Дальше, что кроме этого нам попадалось? Нам попадались PET-бутылки разных мастей, размеров и цветов. Их тоже мы собирали отдельно. Не смотрите, что это в одном мешке, это просто для примера. Такие бутылки мы собирали отдельно, они тоже пойдут в переработку. Это PET-бутылки, этот материал хорошо перерабатывается, но все же бросать его под кустом в парке не нужно. Там он никем не переработается и будет лежать сотни лет. Дальше нам попадались железные банки. У нас были в группе активистов ребята, которые собирали их отдельно для себя, они повезут и сдадут их там за небольшую сумму. То есть такие железные банки тоже перерабатываются, тоже заводы их принимают, и с этого блогинга они тоже уедут на переработку. Дальше, что у нас еще попадалось? Стекло. Было много-много стекла, которое под кустом в парке будет лежать сотни-сотни тысячи лет. Оно вообще не разлагается. И при этом, если его сдать в переработку, оно очень легко и здорово перерабатывается бесконечное число раз. Поэтому бросать под кустом не надо. Сдали в переработку, и ваша совесть чиста. Так, изолента была. Всякие кусочки фольги были, кусочки пластика было. И, соответственно, эта мелочь, к сожалению, никому не нужна. И ее даже при большом желании никуда не сдать в переработку. И отсюда она поедет, к сожалению, только на полигон. Вот. Но что хочу сказать. Я ожидала худших результатов. Видимо, это не первый блогинг на этой территории, потому что я ожидала, что будет намного больше мусора. Ну, либо мы с вами становимся более осознанными, хочется в это тоже верить, и мусора меньше там, где этого не стоит делать. Многие придерживаются той точки зрения, что это задача коммунальных служб, или там персональная ответственность человека не мусорить, почему они должны там вот в свое свободное время, посвященное тренировке, собирать за кем-то мусор. Ну, есть такая позиция у людей. И действительно, и таких людей большинство. А многие просто не знают об этом. То есть это не то чтобы ограничение, это почему они этим не занимаются, они просто об этом не знают. Вроде бы мы уже везде об этом рассказываем, каждый и сам по себе, и в том числе в официальных каналах там культурного блогинга, это уже везде звучит, но нет. На самом деле это просто другая аудитория, и я бы на самом деле ее развивала скорее среди волонтеров, чем среди бегунов. Потому что это более лояльная аудитория к таким проектам. А среди тех, кто уже занимается блогингом, или среди таких хардкорных бегунов, особенно трейлранеров, вот из тех, кто действительно бегает не по асфальту, а по лесам, по горам, какого-то негатива я не встречала ни разу. От людей, которые никак не связаны со спортом, никогда не бывали где-то дальше городского парка культуры и отдыха, пожалуйста. Да, тут вот и долгие россказни в интернетах о том, что это какая-то ерунда, да, и, в общем, делать нам больше нечего. И да, опять же, вот эти вот конспиративные теории о том, как мы участвуем в разделе там, государственного бюджета, если не бюджета города.
Но это не люди, которых я действительно встречу на пробежке. Есть бегуны, которые просто как-то издалека вот кивают головой и говорят, что да, это классное, интересное дело, но мы не готовы этим заниматься. Ну, потому что действительно брезгливость, масса разных вещей, в том числе, да, там, если мы говорим про какой-то маленький город или даже поселок или деревню, все-таки вот, преодолеть вот эту стигму того, что ты начинаешь подбирать мусор за другими, это довольно тяжело. И менять эту ситуацию, безусловно, надо, но я не имею права требовать от новообращенного адепта экологичного образа жизни взять на себя эту миссию и понести. Кто-то готов, кто-то не готов. Каждый делает ровно вот столько, сколько он или она физически готовы делать сейчас. Но отношение людей к блогингу до сих пор, скорее, они не знают, что это такое, и очень часто удивляются, что мы здесь делаем, что это за организация, и, может быть, кто-то нас прислал из правительства, или почему мы здесь убираем. Вот. А чаще люди удивляются, чаще одобряют, даже как-то поддерживают на словах, но реже готовы присоединиться лично, готовы помочь делом, руками и так далее, хотя нам это очень нужно. Чем больше людей будет убираться, да, тем большую территорию мы сможем убрать и привести в порядок, и, соответственно, она дольше останется чистой. Ассоциация по блогингу в России, на мой взгляд, должна появиться очень скоро, и мы приложим все усилия для ее реализации. Мы эту идею держим в голове и думаем, что мы ее сделаем. Участвовать в блогинге все-таки можно по-разному, как в любом, в любой активности. Даже если человек сам не бегает, в силу разных причин, он может распространять информацию, он может просто знать о том, что это есть, и среди своих знакомых просто распространять эту идею, сарафанное радио. Встречаясь с каким-то бегуном, человек может спросить, занимаешься ли ты блогингом, этого уже будет иногда достаточно. Что еще, да? Достаточно, опять же, знать, чтобы не осуждать, не смеяться над этим. Кто-то может помогать логистически, то есть встречать бегунов, добрасывать до чего-то, даже, например, по Москве иногда на старт участников блогинга привозят на машинах те, кто сам не поучаствует, но они хотят вот таким образом помочь делу. Это уже очень классно. Поэтому, да, наверное, большинство моих друзей задействованы в блогинге, но совершенно не обязательно ногами физически. Что касается информирования населения, посетителей парка, здесь все очень стандартно. Это информационные доски, это соцсети, это сайты наши, то есть объявления, и, конечно, дружественные нам учебные заведения, то есть школы, детские сады, у нас даже мелкие участвуют, маленькие дети, они все участвуют, приходят и принимают участие. Таким образом, потом они рассказывают, приходят снова. Для нас очень важно, что именно вот этот, как говорят в туризме, возвратный турист, то есть он возвращается, и, то есть мы с ним уже продолжаем работать. И они становятся волонтерами, они становятся друзьями природных территорий. Есть канал «Спортивные волонтеры», и все блогинги, которые проходят в Москве, или Подмосковье, или в принципе, если есть информация о том, что вот проводится блогинг, приглашается народ, я обязательно скидываю в этот канал, и люди приходят, потому что это люди изначально готовы помогать и делать какое-то добро, делать что-то хорошее, позитивное. Они не спрашивают, они не задаются вопросом, зачем мне это надо делать. Они понимают, что это польза, и приходят помогать. Но все начинается чаще всего от Москвы, соответственно, и потом идет уже по городам. И я думаю, то, что вот если мы покажем всем класс, так сказать, то на нас все посмотрят и уже начнут делать это в других городах со временем, конечно. Нужно постоянно постить это, так и делают ребята. Постоянно рассказывать об этом, можно сказать, навязывать, потому что это хорошая привычка. Просто подавать пример, больше делиться в своих социальных сетях, рассказывать о том, что это круто. Возможно, для организаторов блогинга здесь следует привлекать блогеров, лидеров мнений, возможно, даже звезд, потому что
Есть действительно среди них люди, которые активно поддерживают здоровый образ жизни, раздельный сбор мусора и всякого рода экологическое движение, поэтому следует просто к ним обратиться, это не обязательно за какие-то деньги, а просто донести этот месседж, что давайте, присоединяйтесь к нам, покажите своим примером, как это круто. И сейчас такие звезды уже начали выходить и на беговые тусовки, почему бы не выйти на плоггинг? И тогда за ними потянутся люди. Результат появляется от плоггинга тогда, когда ты его проводишь регулярно. Если это разовая акция, то быстро люди со своими настоящими привычками могут сделать так же грязно, как было. А если это регулярная акция, то люди замечают, что стало чище, и уже перестают бросать мусор там, где этого не надо делать. У людей появляется привычка к чистоте. И людям самим приятно находиться в более чистой природе, которая образуется после плоггинга. Только на регулярной основе, если проводить эти мероприятия, то будет эффект. Если мероприятие будет одноразовое, то эффект будет тоже одноразовый. Я думаю, что постепенно плоггинг придет и в другие регионы России, и там распространится, и это будет на постоянной основе станет одним из таких вот дел, добрых дел города или там поселка. Или. Царицыно – это застрельщики, это старт, отсюда бегут и уже финишируют на других местах. Здесь очень важна именно вот роль этого двигателя, локомотива, паровоза, который должен, да, иногда насаждать хорошее, доброе, вечное, с тем, чтобы это прижилось и дальше пошло. Как раз что-то большое складывается из очень из маленьких действий большого количества людей. Вот, поэтому мне, например, не влом, если кто-то что-то кинул, просто поднять и выкинуть туда, куда надо. Поэтому, мне кажется, если каждый, ну, хоть чуть-чуть будет обращать просто на это внимание, ну, просто хотя бы не проходить мимо, то в целом как-то, наверное, коллективная осознанность повысится. Ну, то есть я верю, что совесть у человека может проснуться, если он видит, что прям вот у него на глазах кто-то за ним убрал. Да, я думаю, что его ждет только успех. Дальнейшее развитие. Еще не все парки Москвы у нас охвачены, а еще не все парки Подмосковья у нас охвачены. Вообще Россия у нас большая страна, мы можем везде это проводить. Это очень перспективное движение, которое сейчас может получить очень большую поддержку, в том числе государственную поддержку, федеральную поддержку, да, безусловно. Все-таки я верю в силу сообщества, то есть если есть группы инициативных, активных людей, которые готовы брать на себя ответственность за свои поступки, то уже и они заняты каким-то осмысленным делом вместе, то внутри этого сообщества, ну, образуется такой синергетический эффект. Каждая, ну, идеи падают действительно в подготовленную благодатную почву, если, опять же, да, вот сообщество видит в себе ценность. Внутри него очень высокий уровень принятия, то есть каждая идея встречает интерес, понимание, обсуждение. Если мы занимаемся экологическими инициативами, то, соответственно, скорее всего, идеи будут носить именно экологический характер, экологическую направленность. Я думаю, что если мы будем продолжать заниматься тем же, чем мы занимаемся сейчас, внутри сообщества зародится достаточное количество каких-то смежных маленьких интересных идей по там, утилизации определенных типов отходов, по использованию там, вторичному ресайклингу, апсайклингу. Так что да, я все-таки верю в силу сообществ и считаю, что именно вот в этом направлении-то и лежит вектор развития очень многих таких вот полезных для общества инициатив. Ну и наша задача просто, ну моя задача как организатора, поддерживать, быть частью этого сообщества и по необходимости направлять его. Раздельный сбор пластика, да, ну вот раздельный сбор мусора, сортировка мусора. Для меня это, в принципе, началось после плоггинга. Я стала задумываться об этом. И, в частности, вот эта акция «Добрые крышечки» ко мне пришла тоже после плоггинга. То есть плоггинг, он классный и важный, чтобы начать экологичную жизнь, чтобы начать мыслить по-другому о том, что можно жить и помогать природе, и оставаться в форме при этом.
блогинг — это здорово. Вот, это как раз, мне кажется, то, с чего можно начать свой путь в экологию. И это здорово. Блогинг для меня — это друзья, в первую очередь, и возможность сделать этот мир лучше. Это очень интересно и захватывающе. И это позволяет и, как говорится, здоровый дух поддерживать и оздоравливать свои мысли. Поэтому, мне кажется, к этому надо присоединяться. Присоединяйтесь. Блогинг для меня — это образ жизни.